Наше ожидание от съезда, вообще от всего человечества, даже нас до сих пор не показали по телевидению или по круглый стол, ничего не организовали, короче, о советских турках, о бедствующих людях никто не знает. Знают, половинчато знают. И не знают, что они хотят вернуться на родину, уже 45 лет просят. 168 раз были в Москве, били во все колокола, во все инстанции, но никто не дал положительного ответа. Все пасут, как не людей.